Самарские хоккеисты встретились с Акбарсом. Команда «Комета» на своей домашней площадке провела матч юношеского первенства России против ровесников из Татарстана. Как прошел матч и за что самарцев похвалил тренер гостей, расскажет Антон Вашурин. Матч с Акбарсом для «Кометы» уже третий в Поволжском дивизионе юношеского первенства России. В первых двух спаренных встречах команда уступила на выезде в Нижнем Новгороде. Игра с казанцами для самарцев началась тоже не лучшим образом. На перерыв они ушли с минимальным отставанием от соперника, при этом не реализовав два большинства. Добавлять нужно в движение однозначно, не отсиживаться в окопах. В своей зонке нужно встречать поплотнее, не давать бросать по своим воротам. Но самое главное – блокировать все добивания. Вот. Ну и добавлять в движение, активнее быть, больше работать на вратаре, больше бросать. Движение хоккеисты «Кометы» действительно прибавили, но пропустили необязательный второй гол, а вслед за ним и третий. Отыграться против такого сильного соперника в этот день было невозможно. В третьем периоде казанцы забили еще один раз и таким образом одержали победу, которую вратарь гостей может занести себе в актив. Шайбу из сетки своих ворот он не вынимал ни разу. Тем не менее, тренер Акбарса хвалит и соперника, и спорткомплекс «Орбита». Площадка хорошая, комплекс хороший здесь. Соперник в первую очередь не то что удивил, он играл с желанием, с агрессией, потому что играет дома, первая домашняя игра у команды «Кометы». Ну, молодцы ребята, старались, похвала им за это. Форму самарская команда набрала благодаря ежедневным тренировкам, которые проходят в спортивном комплексе Центра спортивной подготовки «Орбита». Теперь хоккеистам «Кометы» предстоит провести еще один домашний матч с Акбарсом. Антон Вашурин, Александр Дудко, новости губернии.